Слово второе. Выступим опять против неверных анамеев. Если они негодуют, получая название неверных, то пусть они избегают самого дела. И я не буду употреблять этого названия. Пусть они оставят неверные мысли, я оставлю оскорбительные названия. Если же они, бесчестя веру делами, подвергая себя посрамлению, не стыдятся, то почему негодуют на меня, укоряющего их словами в том, что они сами показывают делами? Когда я недавно, как вы помните, начал рассуждение о них и даже вступил в борьбу с ними, тотчас заняли меня состязания с иудеями, ибо небезопасно было оставить без внимания собственные заболевшие члены. Для рассуждений против анамеев всегда есть время. А тогда, если бы я предварительно и скоро не спас от иудейского пожара больных наших братьев, зараженных иудейскими мнениями, не последовало бы никакой пользы от нашего увещания, так как у них распространялся грех касательно поста. После же состязания с иудеями меня опять заняло прибытие многих духовных отцов, собравшихся сюда из многих мест. И мне неблаговременно было продолжать свои рассуждения, когда все они стеклись, как бы реки, в это духовное море. А по отбытии их непрестанно следовали одни за другими воспоминания о мучениках, и должно было не пренебрегать прославлением этих подвижников. Говорю это и перечисляю для того, чтобы вы не подумали, будто замедление состязаний с анамеями произошло у меня от ленности и нерадения. Теперь же, когда я уже освободился от борьбы с иудеями, и отцы возвратились в свои отечества, и довольно насладились мы словословием мучеников, я приступлю к удовлетворению давнего вашего желания слушать меня. Я хорошо знаю, что каждый из вас желает слушать рассуждения об этом не менее того, сколько я желаю говорить. А причина та, что город наш издавна христолюбив, и такое вы получили наследие от предков, чтобы не пренебрегать искажением благочестивых догматов. Откуда это видно? Некогда при ваших предках пришли некоторые от иудеев, искажая чистые догматы апостольского учения и повелевая обрезывать и соблюдать закон Моисеев. Тогдашние жители вашего города не потерпели этого нововведения и не смолчали. Но подобно тому, как поступают верные псы, увидев волков нападающих и повреждающих все стадо, они восстали против них и перестали выгонять их отовсюду и преследовать не прежде, как сделали то, что по всей вселенной разосланы были апостолами догматы, полагающие преграду такому нападению на верных, как этим людям, так и всем после них. С чего же начать нам рассуждение против анамеев? С чего иного, как не с обличения их в неверии? Они делают и предпринимают все, чтобы исторгнуть из души слушателей веру. А какая вина больше этой может быть доказательством нечестия? Когда Бог объявляет что-нибудь, то сказанное должно принимать с верою, а не исследовать дерзко. Пусть кому из них угодно называет меня неверным, я не досадую. Почему? Потому что я делами показываю, как называть меня. Что я говорю? Пусть называет неверным. Пусть называет меня даже безумным во Христе, и этим названием я восхищаюсь, как венцом. Потому что разделяю это название с Павлом, который говорит: «Мы безумны Христа ради». Это безумие разумнее всякой мудрости, потому что чего не могла достигнуть внешняя языческая мудрость, то совершено буйством во Христе. Оно разогнало мрак вселенной, оно принесло свет ведения. Но что такое буйство во Христе? Безумие. То, когда мы укрощаем собственные помыслы, метущиеся безвременно. Когда освобождаем и очищаем свой ум от внешнего учения, чтобы, когда нужно принимать Христово учение, он был у нас свободен и очищен для принятия божественных вещаний. Когда Бог объявляет что-нибудь такое, чего не должно исследовать, то надлежит принимать верою. Исследовать причины этого, требовать отчета и допытывать способа осуществления, свойственно душе самой дерзкой и отчаянной. Это я постараюсь доказать также из самых писаний. Некто Захария был муж дивный и великий, почтенный первосвященством, получивший от Бога право предстательствовать за весь народ. Этот Захария, вошедший во святое святых, вместо самое недоступное, которое видеть тогда позволяло только ему одному из всех людей, заметь, он был равносилен целому народу, так что мог возносить к Богу молитвы за весь народ,
и умилостивлять владыку за рабов. Видишь ли, величие дерзновения его, как бы некоторого посредника между Богом и людьми. Увидев ангела, стоявшего внутри, и так как вид его устрашал человека, то ангел сказал: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и вот ты родишь сына». Какая же здесь последовательность? Тот просил за народ, молился за грехи и спрашивал прощения подобным себе рабам. И ангел говорит: «Не бойся, Захария, потому что услышана молитва твоя». И в доказательство того, что она услышана, возвещает, что у него родится сын Иоанн. Весьма правильная последовательность. Так как Захария молился за грехи народа, а имел родить сына, который взывал: «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира», то ангел справедливый говорит: «Услышана молитва твоя, и ты родишь сына». Что же, Захария? Речь у нас о том, что допытывать о способах исполнения вещей божественных непростительно, что нужно принимать эти определения верою. А Захария знал свой возраст, седина, ослабевшее тело, знал неплодство жены и не поверил. Пожелал узнать способ исполнения и сказал: «А почему я узнаю сие? Как, — говорит он, — это исполнится? Вот я уже стар и посидел, и жена моя бесплодна, замотаревшая во днях своих. Возраст поздний, природа неспособная. Как исполнится обещанное? Я сеятель слабый, нива неплодна. Не кажется ли кому-нибудь, что он достоин извинения, и спрашивая об исполнении дела? И, по-видимому, несправедливо ли он говорит? Но пред Богом он не оказался достойным извинения, и весьма справедливо. Когда Бог объявляет что-нибудь, то не должно поднимать суждение и указывать на последовательность дел или требования природы и на что-либо другое подобное, потому что сила определения Божией выше всего этого и не останавливается никаким препятствием. Что делаешь ты, человек? Бог обещает, а ты указываешь на возраст, ссылаешься на старость. Неужели старость сильнее обетования Божия? Неужели природа могущественнее Творца природы? Разве ты не знаешь, что крепки дела слов Его? Словом Его утверждено небо, слово Его произвело тварь, слово Его сотворило ангелов, а ты сомневаешься в рождении? Поэтому ангел и разгневался и не простил Захарии даже ради его священства. Напротив, поэтому сам он был больше наказан. Тот, кто был почтен более других, должен был превосходить других и верою. Какой же способ наказания? Вот ты будешь молчать и не будешь говорить. Язык твой, говорит он, послужил к произнесению слов неверия. Он же получит наказание за неверие. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить, доколе придет тот день. Представь человеколюбие Господа. Ты не веришь мне, говорит он. Прими же теперь наказание, а когда я оправдаю это самыми делами, тогда прекращу гнев. Когда узнаешь, что ты справедливо наказан, тогда освобожу тебя от наказания. Пусть послушает Анамии, как гневается Бог, когда он подвергается исследованию. Если же Захария наказывается за то, что не поверил смертному рождению, то скажи мне, как избегнешь наказания ты, исследуя неизреченное и вышнее? Захария не утверждал чего-нибудь, а только желал узнать, и однако не получил прощения. Какое же будешь иметь оправдание ты, утверждающий, что знаешь даже невидимое и непостижимое для всех, какого не навлечешь на себя наказание? Впрочем, рассуждения о рождении пусть останутся до удобного времени. А теперь приступим к прежнему предмету, которого я прежде не докончил. Стараясь вырвать гибельный корень, мать всех зол, от которого и произошли у них такие мнения. Какой же этот корень всех зол? Поверьте, ужас объемлет меня, когда я намереваюсь назвать его, не решаясь языком произнести то, что они постоянно держат в уме. 496. Какой же корень этих зол? Человек дерзнул сказать: «Я знаю Бога так, как сам Бог знает себя». Нужно ли обличать это? Нужно ли доказывать? Недовольны ли только произнести такие слова, чтобы показать все их несчастье? Это явное безумие, непростительное безрассудство, новейший вид нечестия. Никто никогда не дерзал ни помыслить, ни произнести языком ничего подобного. Подумай, несчастный и жалкий,
кто ты и кого исследуешь? Ты человек, а исследуешь Бога? Достаточно одних этих названий, чтобы выразить крайность безумия. Человек – земля и пепел, плоть и кровь, трава и цвет травы, тень и дым, и тщета, и все, что только есть негодное и немощнее этого. Не подумайте, что это сказано к осуждению природы человеческой. Не я говорю это, но пророки так рассуждают. Не к бесчестью нашего рода, но для усмирения надменности безумных. Не для унижения нашей природы, но для низложения гордости неистовствующих. Если после таких и столь многих изречений пророков нашлись люди, превзошедшие дерзости самого дьявола, то скажи мне, до какого безумия дошли бы они, если бы ничего такого не было сказано? Если они страдают недугом безумия, имея перед собой врачевство, то какой гордости высокомерием не надмевались бы они, если бы пророки не произнесли таких и столь многих выражений о природе человеческой? Послушай, что говорит праведный патриарх о себе самом. «Я земля и пепел». С Богом беседовал он, и однако это достоинство не произвело в нем гордости. Бытие 18:27. Напротив, оно именно и научило его быть смиренным. А эти люди, недостойные и тени его, считают себя больше самих ангелов, что и служит доказательством их крайнего безумия. Неужели, скажи мне, ты исследуешь Бога, безначального, неизменяемого, бестелесного, нетленного, вездесущего, превосходящего все и превышающего всякую тварь? Послушай, что говорят о нем пророки, и убойся! Презирает на землю и трясется. Он воззрел только и поколебал столь великую землю, прикасаться к горам и дымятся. Трясет поднебесную до основания, столпы ее колеблются, его в 9:6. Угрожающий море и иссушающий его, говорит, бездни опустеет. Исход 44:27. Море увидело и побежало, Иордан возвратился вспять, горы взыграли, как овны, холмы, как агнцы. Вся тварь колеблется, страшится, трепещет. Только они одни пренебрегают, презирают, уничижают собственное спасение. Не хочу сказать владыку всех. Прежде я вразумлял их примером вышних сил, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов. Теперь же примером бесчувственных тварей. Но и они этим не вразумляются. Не видишь ли это небо? Как оно прекрасно, как величественно, как увенчано разнообразным соном звезд. Сколько лет продолжает оно существовать? 5000 слишком лет стоит оно, и такое долгое время не состарило его. Но как юное и здоровое тело сохраняет свет и силу, свойственные его возрасту, так и небо сохранило красоту, которая получила сначала, и нисколько не сделало зряхлее от времени. Но это небо прекрасное, величественное, светлое, украшенное звездами, крепкое, устоявшее в течение столь долгого времени, создал тот Бог, которого ты исследуешь и заключаешь в пределы собственных суждений, создал с такой легкостью, с какой кто-нибудь, шутя, делал бы палатку. Изображая это, Исаия говорил, «Поставил небо, как шатер, и простер его, как скини для обитателей на земле». Исаия 40:22. «Хочешь ли взглянуть и на землю?» Он и ее сотворил, как ничто. О небе пророк говорит, «Поставивши небу, как шатер, простер ее, как скини обитателям на земле». О земле содержит круг земли, землю, как ничто. Видишь ли, как он назвал ничем столь великую землю? Представь, какую тяжесть гор, сколько племен людей, сколько высоких и разнообразных растений, сколько городов, сколько огромных зданий, какое множество четвероногих зверей, пресмыкающихся и разных животных земля носит на раменах своих. И однако такую громаду Бог создал так легко,
что пророк не мог найти даже подобие этой легкости, а сказал, что он сотворил землю как ничто, так как величие и красота, видимо, недостаточны для изображения могущества Создателя, но весьма далеко отстоят от величия и всего могущества создавшего их, то пророки нашли другой способ, посредством которого, по силам своим, могли несколько полнее выразить могущество Божие. Какой же это способ? Они не только изображают величие тварей, но указывают и на способ создания, чтобы из того и другого, из величия твари и из легкости создания, мы могли получить по силам своим достойное понятие о могуществе Божьем. Итак, принимая во внимание не только величие твари, но и легкость, с какой Бог создал их. Это объяснение относится не только к земле, но и к самой природе человеческой. Ибо пророк говорит, содержащий круг земли и живущий на ней, как саранча. Исайя 40:22. В другом месте говорится, как капля воды все народы перед ним. Не принимайте их слов поверхностно, но вникни в них и следуй. Перечисли все народы – сирийцев, киликиян, каппадокиян, вифиян, жителей Евксинского понта, Фракии, Македонии, всей Греции, живущих на островах, в Италии за нашей областью, на островах британских, савроматов, индийцев, населяющих землю персидскую, и другие бесчисленные народы и племена, которых и по именам мы не знаем. Все эти народы, говорит пророк, как капля росы, тумана перед ним. Какую же, скажи мне, часть этой капли составляешь ты, испытывающий Бога, перед которым все народы, как капля тумана? Но для чего говорить о небе, земле, море и природе человеческой? Зайдем мыслью на небо и обратимся к ангелам. Вы, конечно, знаете, что один только ангел равносилен этой видимой твари, или даже гораздо важнее ее. Если весь мир недостоин праведного человека, как говорит Павел, которых мир не был достоин, то тем более он не может быть достойным ангела, потому что ангелы гораздо выше праведников. И однако существует мириад ангелов, существует тысячи тысяч архангелов, престолы, господства, начало, власти, бесчисленные формы бестелесных сил и неисповедимые роды их. И все эти силы Бог сотворил с такой легкостью, которая не может выразить никакое слово. Для всего этого ему достаточно было только захотеть. И как для нас хотение не составляет труда, так для него создание столь многих и столь великих сил. Выражение это, пророк сказал, «Все, что хочешь, творишь на небе и на земле». Видишь ли, что не только для создания живущих на земле, но и для сотворения вышних сил ему достаточно было одного хотения. Слыша это, скажи мне, как не оплакиваешь себя и не скрываешься в землю ты, дошедший до такой степени безумия, что Бога, которому следовало бы только воздавать славословие и поклоняться, ты усиливаешься исследовать и испытывать, как что-нибудь из предметов самых маловажных. Посему и Павел, исполненный великой мудрости, созерцая несравненное превосходство Божие и немощь природы человеческой, негодует на испытующих дела домостроительства его. И с великой силой укоряя их, говорит, «Поэтому что ты есть человек, что споришь с Богом? Кто ты? Вникни прежде в свою природу. Невозможно найти название, которое могло бы выразить твою немощь». 498, том 1. «Но ты скажешь, я человек, почтенный свободою». Ты почтен не для того, чтобы употреблять свободу на прекословие, а для того, чтобы употреблять эту честь на послушание почтившему. Бог почтил тебя не для того, чтобы ты оскорблял его, но чтобы прославлял. Оскорбляет же Бога тот, кто исследует существо его. Если не исследовать обещание его, значит прославлять его, то испытывать и исследовать не изречение только, но самого изрекшего, значит бесчестить его. А что не исследовать обещание его, значит прославлять его, видно из слов Павла, который говорит об Аврааме, его послушании и вере во всем.
усмотри своей плоти умерщвление, и мертвы сложезны сарвины». И он не усомнился неверием в обетованиях Божиих, но превозмог всю верою. «Природа и возраст, — говорит он, — повергали его в отчаяние, но вера поддержала благие надежды. И он сверх надежды поверил с надеждою, зная, что Бог силен сотворить. Видишь ли, как Авраам, уверенный в том, что обещает Бог, воздает славу Богу. Итак, если тот, кто верит Богу, воздает ему славу, то тот, кто не верит ему, обращает бесчестие его на свою собственную голову. А ты кто, что споришь с Богом?» Потом, желая показать различие между человеком и Богом, апостол показал это хотя не столько, сколько следовало бы, но так, что из приведенного подобия можно получить понятие и о гораздо большем их различии. Что говорит он? «Скажет ли создание создавшему его, для чего ты сотворил меня так? Разве не имеет власти горшечник сделать сосуд, какой хочет? Один для употребления в чести, другой же в бесчестии? Что говоришь ты? Неужели я должен быть подвластным Богу, так, как брение скудельнику, горшечнику?» «Да, — говорит он, — такое различие между человеком и Богом, какое между брением и горшечником, или лучше сказать, не такое различие, но гораздо большее. У брения и горшечника одно естество, как и у Иова сказано. Не говорю о живущих в бренных храминах, от них же и мы сами, из этого же материала, Иов 4:19. Если же человек кажется лучше и благообразней брения, то это различие произошло не от разности в существе их, но от мудрости художника, так как в сущности ты ничем не отличаешься от брения. Если же не веришь, то пусть убедят тебя могилы и гробницы, подошедшие к гробам предков. Ты убедишься, что это действительно так. Между брением и горшечником нет различия, а между Богом и людьми такое различие по существу, такого ни слова представить, ни ум измерить не может. Поэтому как брение следует за руками горшечника, куда бы он ни направил и не подвинул его, так и ты, подобно брению, будь безгласен, когда Бог желает устроить что-нибудь. Впрочем, Павел сказал это не для того, чтобы отнять у нас свободу и унизить нашу самостоятельность. Да не будет. Но для того, чтобы с большей силой обуздать нашу самонадеянность. Если угодно, рассмотрим и это. Что желали некогда узнать те, которым Павел столь сильно заградил уста? Существо ли Божие они исследовали? Нет. На это никто никогда не дерзал. Но они желали знать гораздо меньшее. Дела домостроительства Божие, например. Почему такой-то наказывается, а такой-то получает помилование? Почему такой-то освобождается от наказания, а другой страдает? Один получает прощение, а другой не получает? Это и подобное тому они желали знать. Откуда это видно? Из предыдущих слов Павла. Он сначала сказал: «Поэтому кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Неужели скажешь мне, так для чего же он и укоряет? Кто может воспротивиться воле его? А потом присовокупил: «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Итак, Павел заграждает уста людей, хотевших исследовать дела домостроительства Божие. Он не позволяет им даже этого, а ты, исследуя блаженное всеустрояющее существо, не считаешь себя достойным тысячи молний. Не крайнее ли это безумие? Послушай, что говорит пророк, или лучше Бог через него. «Не отец ли я? Если я отец, то где слава моя? Если я Господь, то где страх предо мною?» Малахия 1:6. «Кто страшится, тот не исследует, но поклоняется, не испытывает, но славословит и прославляет. Пусть научит тебя этому и вышние силы, и блаженный Павел, укоряя других, он и сам не имел противоположного настроения. Послушай, что говорит он филиппийцам, объясняя, что он имеет частное знание, а еще не всецелое, как он говорил в послании к Коринфянам. Отчасти разумеем». Он и теперь повторяет: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Что яснее этих слов? Громче трубы он провозгласил, научая всю вселенную довольствоваться данной мерою знания и любить ее,
и не думать когда-нибудь постигнуть все. Что, скажи мне, говоришь ты? Ты имеешь Христа, вещающего в тебе, и говоришь, что я ли не достигну всего? Потому, отвечает он, я и сказал, что я имею Христа, вещающего во мне. Он сам научил меня этому. Так и эти люди, если бы не были совершенно лишены помощи Духа и не отклонили от души своей всякое его действие, то, слыша слова Павлова, не достигну ли и я, не думали бы, что они сами постигли все. 500. Откуда, скажут, видно, что Павел говорит это о вере и знании и догматах, а не о жизни и поведении, и что его слова не значат «я считаю себя несовершенным в жизни и поведении»? Это особенно он объяснил словами «подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды». Надеющийся получить венец и окончивший шествие не сказал бы «не почитаю себя достигшим». Притом никому из людей не безызвестно, что должно и чего не должно делать. Но это известно и ведомо всем, и варварам, и персам, и всему роду человеческому. Впрочем, дабы яснее представить то, что я говорю, прочту этот отдел послания по порядку, сказав «берегитесь псов, берегитесь злых делателей», и предложив много о тех, которые неблаговременно вводили иудейское учение, Павел продолжает. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитай тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Потом объясняет, какою верою, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь с смерти Его. Что значит силу воскресения Его? Показан некоторый новый образ воскресения, говорит он, ибо многие мертвые воскресали и прежде Христа, но так, как Он, не воскрес ни один. Все другие воскресавшие опять возвращались в землю и, освободившись на время от владычества смерти, опять подвергались ее власти. А тело Господа по воскресении не возвратилось в землю, но вознеслось на небеса, разрушило всю власть врага, воскресило вместе с собой всю вселенную и ныне сидит на царском престоле. Представляя все это и объясняя, что никакой ум не может постигнуть столь многих и столь великих чудес, а одна только вера может познать и ясно представить их, Павел сказал, верою разуметь силу воскресения его. Если ум не может постигнуть и простого воскресения, так как оно выше человеческой природы и порядка вещей, то какой ум в состоянии будет постигнуть воскресение, столько отличающееся от других воскресений? Никакой. Но нам нужна одна вера, которой мы могли бы убедиться, что умершее тело и воскресло, и перешло в жизнь бессмертную, не имеющий ни предела, ни конца. Это Павел выражает и в другом месте. Христос, говорит он, восстал из мертвых и более не умирает, ибо смерть не имеет над ним власти. Римлянам 6:9. Здесь двойное чудо. Воскреснуть и воскреснуть таким именно образом. Посему Павел и сказал, чтобы верою познать силу воскресения его. Если же воскресение невозможно постигнуть умом, то не тем ли более вышнего рождения? Рассуждая об этом, беседуя о кресте и страдании, Павел отнес и это к силе веры. Потом, окончив речь об этом, он далее сказал, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, не сказал, не помышляю себя, но достигшим, не приписал себе ни совершенного неведения, ни совершенного знания, сказав, не почитая себя достигшим, он выразил, что находится еще на пути, идет и подвигается вперед, а конца еще не достиг». Тоже советует он другим и говорит так, Филиппийцам 3:15, «Кто из вас совершен, так должен мыслить».
если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Не умно учит, говорит он, но Бог откроет. Видишь ли, что речь идет не о жизни и поведении, а о догматах и вере. Не поведение и жизнь имеют нужду в откровении, а догматы и знания. И в другом месте, объясняя то же самое, он сказал: «Если кто думает, что он знает, то ничего не знает». Не просто сказал «ничего не знает», но «как должно знать». То есть, хотя он имеет знания, но не точное и несовершенное. А чтобы тебе убедиться, что это истина, не будем более рассуждать о Вышнем. Но если угодно, поведем речь о видимой твари внизу. Видишь ли это небо? Мы знаем, что оно имеет вид свода. И это мы узнали не по соображениям ума, но из Божественного Писания, Исаия 40:22. Знаем и то, что оно объемлет всю землю. Слышав об этом также из Писания, а каково оно по существу своему, не знаем. Если же кто будет опровергать и спорить, тот пусть скажет, что такое небо по существу своему, кристалл ли затвердел, облако ли сгустившееся, или воздух плотнейший. Никто не может сказать об этом ясно. Итак, скажи мне, нужны ли еще доказательства, чтобы убедиться в безумии тех, которые говорят, что они познали Бога? Ты ничего не можешь сказать о природе неба, видимого ежедневно, и утверждаешь, будто в точности познал существо невидимого Бога. Кто столь нечувствителен, чтобы не осуждать крайнего безумия говорящих это? Посему увещеваю всех вас, старайтесь по силам вашим врачевать их, как впадших в болезнь, сумасшествие и безумствующих. Беседа с ними снисходительна и кротко. Их учение произошло у них от безумия, и велика надменность ума их. А воспалившиеся раны не выносят наложенные руки и не терпят крепкого прикосновения. Посему благоразумные врачи отирают такие раны какой-нибудь мягкой губкою. Итак, если в душе этих людей есть воспалившаяся рана, то мы, собрав все сказанное, как бы напоив какую-нибудь нежную губку, приятную и полезную водою, постараемся успокоить их воспаление и уничтожить всю надменность. И хотя бы они оскорбляли, хотя бы отталкивали, хотя бы плевали, и что они делали бы? Ты, возлюбленный, не прекращай врачевания. Врачующим человека сумасшедшего необходимо терпеть много подобного. И не смотри на все это, отступать не следует, но поэтому особенно и нужно сокрушаться о них и плакать, что такого рода их болезни. Это говорю я тем, которые более сильные и твердые, и не могут получить никакого вреда от сообщения с больными. А кто более слаб, тот пусть избегает их сообщества. Пусть удаляется от разговора с ними, чтобы дружественное отношение не послужило поводом к нечестию. Так поступал и Павел. Сам обращался с больными и говорил: для иудеев я был как иудей, для беззаконных как беззаконный. А учеников и более слабых отклонял от этого, увещевая и научая так. Ибо худые сообщества развращают добрые нравы. И еще, выйдите от среды их и не прикасайтесь, так говорит Господь. Если врач приходит к больному, то часто приносит пользу ему и самому себе. А несведущий, обращаясь с больными, вредит и самому себе, и больному. Больному он не может доставить никакой пользы, а самому себе причинит большой вред от болезни. Чему подвергаются те, которые смотрят на больных глазами, заражаясь от них этой болезнью, тоже испытывает и вступающий в общение с богохульниками. Если сами они слабы, то могут усвоить себе великую часть их нечестия. Итак, чтобы нам не причинить себе величайшего вреда, будем избегать их сообщества, будем только молить и просить человеколюбивого Бога, который желает, чтобы все люди спаслись и пришли в разум истинный. Да избавит их от заблуждений и дьявольской сети и приведет к свету познания, к Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа, животворящим и всесвятым Духом, которому слава и держава ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.